считаем, что еще один из того, что палата это типа открытый форум для всех, которые заинтересованы в развитии и обеспечении конкурентоспособности наших фирм и нашей деловой жизни. Торговые палаты были основаны в Финляндии в 1917 году, то есть мы чуть старше, чем финляндское государство. По-моему, этот указ или декрет... Ой, извините. Значит, указ был подписан господином Керенским, который был, по-моему, премьером правительства временного. Где-то летом 1917 году был подписан этот указ, и Финляндия потом стала независимой в начале декабря того же года, так что мы чуть старше. Но в любом случае, в следующем году отмечаем тоже свое юбилейный год, 100 лет торговым палатам Финляндии. И, ну, здесь на английском языке, то, в принципе, значит, мы исходим из того, что, в принципе, деловая жизнь предприятия ради самой лучшей всего знает, что требуется для того, чтобы успешно работать. И мы стараемся обеспечить им эти условия. То есть, в принципе, наши задачи – это влияние на те организации, которые у нас принимают решения. То есть, это парламент, это региональные органы власти. Это наши организации, которые обеспечивают, например, содержание дорог, вот, вопросы инфраструктуры нам очень важны и так далее. С другой стороны, то есть это влияние, взаимодействие с органами власти, это одна часть нашей работы. Вторая часть – это вот разные услуги нашим предприятиям, в том числе или в основном, это тогда мы говорим о, например, курсах обучения, которые мы постоянно организуем. Здесь в нашем регионе и так занимаются и все финские торговые палаты. То есть это кратко времени, там значит, 3-4 часа, полдень или полный рабочий день. Курсы на какие-то актуальные вопросы. Ну это экономика, бухгалтерия, налогообложение, маркетинг, продажи, международная торговля, такие операции по импорту, экспорту и так далее. И еще мы составляем все торговые палаты, и мы в Финляндии, то есть мы частично работаем как, скажем, официальные государственные служащие, в том плане, что мы оформляем документы для внешней торговли. То есть это сертификаты прочтения и сертификаты атакарные. Это, в принципе, входит в нашу обязанность. Наш регион, Южная Остроборния, мы видим очень большую, ну это даже проблема, может быть, это вызов для нас. Это то, что наши предприятия не очень международные. То есть наша доля финской экспорта, то есть если в целом финский экспорт, то наши предприятия где-то составляют, наверное, 1-2% из всего объема экспорта Финляндии за рубеж. То есть здесь для нас работы хватает вполне для того, чтобы сделать наши фирмы более заинтересованными, во-первых, чтобы они потом умели заниматься местной торговлей, нашли партнеров на тех или других рынках и так далее. И еще я буду более детально говорить об этих проблемах.